і аб спорті. Шостое місце – це поспіх. Гомельський регбійний клуб «Кватра» приїхав з міжнародного фестивалю «Снежне регбі-2019». Максим Савін володає подробязностями. Спортивний форум ладиться у Зеленограді. Представництво більш чим серйозне. На ньому виступають команди російської суперліги «Зеніт», «Локомотив», «Динамо» і господари турніру команди «Зеленоград». Усього більш як 40 дружин. Гомельчані у цьому фестивалі удільничали другий год запар і зайняли шостое місце. В прошлому році восьме місце зайняли. Играли в шестером. Тоже, можно сказать, на морально-волевых там вытягивали ребята. Ну, учитывая то, что в остальных командах по 12 человек, полная скамейка. Вот. В этом году всемером уже заняли шестое место. Ну, в общем, многие российские тренера там знаменитые хвалили команду, говорили, что потенциал очень большой. Где-то там на российском форуме так и написали, что если Гомелю удастся довести всю скамейку, то держись, Россия, что ради того. Больш активно удзельнічаць у міжнародных стартах гомельскім рэгбістам не дазваляюць фінансавыя магчымасці. Па гэтай жа прычыне на снежнае рэгбі-2019 не паехалі дзяўчыны з каманды Seven Links. Займаць месцы бліжэй да прызавой тройкі перашкаджае недахоп гульцоў. Кватра не прафесіянальная каманда. Спорт – гэта хобі. Основная проблема, в принципе, как в этом году, так и в том году, это то, что команда не смогла вывести полный состав. Было малое количество запасных игроков, и таким образом, с каждой игрой команда становилась более уставшей, чем соперники. И в итоге с каждой последующей игрой потенциал был ниже и ниже. В основном команда удельничает и занимает призовые места на республиканских споборництвах. Например, гомельчане перемогли на першинстве по пляжным регби. Ближайший старт – лютый кубок. И он пройдет 9 лютого у Минску. На споборництве сберутся все белорусские команды. С визитом у отказ обещают приехать и зеленоградцы. Приглашаем как бы всех заниматься регби. Очень динамичный вид спорта. То есть для всех игроков найдется свое место на поле. Не обязательно быть фактурным. Можно играть любому, любая степень подготовки, любые размеры. Для всех на поле найдется место свое. Надеемся всех видеть на тренировке. Приходите, вам понравится. Вероника Гамзюкова, Максим Савин, Андрей Иванов, телерадиокомпания «Гомель».